Запись пошла. Ближе, ближе, в ворота заберите. Че? Команда готова. Бой! Ло-ло-ло, ло-ло-ло. Отлично заняли, что они прям продвинулись. Они бы всегда бы так. Все такие профики, ёпта. Бего, бего, бего! Убегай, убегай, убегай! Бегом уходи! Ну они хорошо кроют, да? Вообще не палит. Что это? Он не палится. Не ругайте! Сейчас слили, слили. Хорош, хорош, хорош! Поменяли сестами! Сейчас вы друг друга так не любите, сестами! Ладно, что вы орете? Вот ты здесь сидишь! Опять по сторонам отходи! Так, мужики! Рамиль! Рамиль! Помаши ручкой маме! Передай привет! Мама, привет тебе! Молодец! Этим голову слышал? Девчонка! Я тебя не помогал! Не трать патроны! Там мало! Золото нации! Нет! Хоть как учиться! Девушка! Собрались! Обмен стрельбой по укрытиям. Давай, Валера, на второе время. Сколько? Наталу вообще. Женя, и ты как крест. Да все его знают, блин. Идиотская еще, блин. Что ты? Я один на этот посмотрел, сказал, да что за говно? Братиша, братиша. Женя, встал и выжил, блин. Ты че такой нервный? Ты че сразу такой выбежал, за пистолет схватился? А, это не как раз по первому. О-ло-ло. Значит, я просто... Я на улице, там подъехал, тут машина, стоит, там скоро в щепку разнесете. Там, кстати, на одном укрытии, вот, по-моему, на этом или на этом, там одна сторона просто такие печатки вообще. Да. А как будто СВД какой-то телефон. Это от всех, от любого, ты чё? Я просто стою, как раз за ней щелочку смотрю, тут вижу рядом со щелочкой такие просто... Но, но. А я, знаешь, один раз, я свои так и сделал. Вот два треугольных укрытия вот так поставили, и между ними дырка. И я с одной базы, с другой своей, вехи. И сразу две руки встали, поднялись. Они, видать, жопами друг друга сидели. Домики набегают. Двигайтесь, двигайтесь, пацаны, не сидите. Если еще, будь наготове, ножик кидать им. Смотри, со спутника лазером стреляют. Эсид 130 вылетел. Лазер,
прям в голову. Блин. Голову закрой, голову! Давай, давай! Куда встаем-то? РПГ, РПГ! Отлично, я вижу, за нас очень плохо, но я смотрю вторую камеру просто. А, ну. Так тупо разменялись. Че, у тебя ни разу не попали? А все так хорошо начиналось. Не ругаемся! Не ждем, потому что тишина должна быть.